بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, сегодня мы дошли до 23 урока, урока Акиды по Корану и при чистой Сунне. Иншаллах, мы уже прошли, что такое таухид, что такое единобожие, и прошли, что такое таухид рубубия. Сегодня мы постараемся обобщить наши знания, то, что мы получили. Поговорим еще раз о таухиде рубубия и укрепим наши знания, иншаллах. Таухид рубубия значит единственность Аллаха в господстве. Или единственность Аллаха в его господстве. Что такое? То, что Он создает законы, то, что Он творец небес и земли. То, что никто, кроме Него, не способен заменить Его, или не способен сравниться с Ним, или не способен помочь Ему. И никто не имеет права претендовать на то, что Он, на Его господство. Это есть единобожие в господстве, то есть таухид ар-рубубия, как мы прошли. Когда мы говорим о нашем Создателе, мы не должны сравнивать Его с созданиями или уподоблять Его созданием. Когда сахабы или табиины, или наши праведные предшественники говорили о Создателе, они прекрасно понимали арабский язык, они владели арабским языком, и когда Аллах Субханаху Тааля ниспослал Коран, ниспослал священную книгу Коран и ниспослал посланника, он принес свою сунну, тогда сахабы, его сподвижники, которые были с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, потом те люди, которые жили после сподвижников, которые называются табиины, люди, которые жили после табиинов и учились от них, видели табиинов или табиины, которые, это люди, которые видели сахабов, видели сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они набирали знания, и они прекрасно, в основном это были люди, которые говорили на арабском языке, и они прекрасно понимали то, что говорится в Коране. Им не нужно было, допустим, перевод или толкование, или еще что-то. Но постепенно люди начали, ислам очень быстро распространялся, и люди начали переводить Коран. Потребовалось толкование каждым аятам. И люди, допустим, не имели знания о том, что почему был ниспослан тот или иной аят. Но сахабы и табиины, особенно сахабы, от которых был собран Коран, от которых было собрано знание о Коране, они настолько понимали Коран, они знали, даже были такие сахабы, которые говорят, я знаю, какой аят, в какое время был ниспослан и по поводу чего он был ниспослан. Допустим, Али ибн Талиб радиллаху анху. Не было такого аята, чтобы не знал, по поводу чего он был ниспослан. Он знал, что все, какой аят не возьми из Корана, он знал, по какому поводу был ниспослан, про кого был ниспослан, в какое время был ниспослан, в каком состоянии находился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, какое тогда было окружение, какая была атмосфера в это время. Все-все. И сахабы, которые понимали и принимали веру от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые понимали прекрасно Коран, которые были самыми первыми учениками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он был их учителем. И мы понимаем, когда читаем Коран, если мы читаем Коран и видим, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что сегодня мы для вас завершили религию и одобрили в качестве религии ислам. И есть хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, что он спрашивает сахабов, я донес до вас истину или нет. Они сказали, да, истину ты донес до нас истину. Он до тех пор спрашивал, пока они даже очень это напряженный был тогда момент, и сахабам очень было
трудно, когда он переспрашивал этот вопрос, переспрашивал, они говорили, да, ты истину донес. Они воспринимали Коран, они воспринимали слово Аллаха таковым, каковым он его не спасал для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. У них была такая акида, то, что Аллах, субхана ва тааля, творец небес и земли. То, что он имеет свой образ такой, какой ему, только ему присущ, и его дела только таковы, каковы присущи его величеству. И они понимали, что если Аллах, субхана ва тааля, говорит в Коране, что рука Аллаха над ними, Аллах, субхана ва тааля, говорит, что у Аллаха есть рука или есть руки, говорит в 64-м аяте сура Майда, говорит Аль-Майда, говорит, что иудеи сказали, что ядуллахи маглюля, рука Аллаха скована. Аллах, субхана ва тааля, говорит, это их руки скованы. Руки Аллаха обе простерты. Обе простерты. Да будут они прокляты за то, что они сказали. Так говорит Аллах, субхана ва тааля, про иудеев. И как было ниспослано в Коране ядуллах, так, таковым образом сахабы и в это верили. Они не сравнивали, они не уподобляли, они это принимали. И для них не нужно было, допустим, которые были позже, после таба, табиинов, появились ученые мутакалимы, они начали уподоблять слово ядуллах, говорить, что это заменять его другим словом. То есть сахабы, они прекрасно понимали, что то, что Аллах Субхану ва тааля не спослал так, его рука не похожа на рука, на руки создания. Его руки не похожи на руки создания, и они нельзя сравнить ни с кем из создания руки Аллаха. Они таковы, каковы присущи только Аллаху Субхану ва тааля. Это на такую акиду имели сахабы, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Такую акиду имели те, кто учился от сподвижников, приходили. Каким образом получали знания в то время? Они приходили, люди, допустим, когда слышали какой-то хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приходили к одному человеку, он говорит, я слышал от такого человека. Этот человек шел к такому, узнавал, каков этот человек на самом деле. Этот человек... Он правильно говорит, когда-то он обманул кого-то или не обманывал. Таким образом собирались хадисы. Таким образом собиралось знание о Коране. Таким образом они получали знания. И они имели акиду, и такую акиду мы должны, иншаллах, мы должны научиться такой акиде. Почему? Потому что эта акида, это вероубеждение, то, каково в первую из начала источника выходит. То есть, когда Аллах Субхана ва тааля ниспослал Коран для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он его точно разъяснил и говорит, что нету никакого, ничего не осталось для нас такого, чтобы для нас было непонятно. Для нас остался Коран. Мы когда его читаем, когда мы его читаем, для нас ниспосланы все законы. Когда для нас что-то непонятно, для нас посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, разъясняет то, что было ниспослано в Коране. Аллах говорит в Коране, «Ар-Рахман аляль-Аршилистава» – «Всевышний вознесся над троном». И Аллах, субхана ва тааля, говорит, что подножие трона, подножие его трона – объемлет небеса и землю. Объемлет небеса и землю. Мы верим это, и потому что это подтверждается, то, что Аллах вознесся над троном, то, что Аллах не везде, как говорят другая группа заблудших течений, как говорит, что Аллах находится везде или Он повсюду. Нет, Аллах говорит «Ар-Рахман аля-ля-фа-листава». Всевышний вознесся на троном, и его трон объемлет небеса и землю. Подножие его трона объемлет небеса и землю. Дальше, если человек думает, что Аллах находится везде, есть хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он приводится в книге Муслима.
книга Аль-Бухари и книга Сахих Муслима являются такими сборниками хадисов, что практически там нет недостоверных хадисов. Там все хадисы являются сахих, то есть все хадисы являются достоверными. В книге Муслима приводится хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Всевышний спускается на нижнее небо, на нижайшее небо, последнюю треть ночи и спрашивает, кто из рабов ищет моей немилости. Из этого хадиса мы видим, что Всевышний спускается, значит, он вознесся, значит, мы должны так и принимать слово Корана, как оно пришло. Значит, мы не должны что-то там его, чем-то его заменять, или не должны в это не верить. Всевышний вознесся. Вознесся так, как подобает его величию. Или хадис, другой хадис говорит, что Аллах смеется над двумя, которые друг друга убили, и один другого убил, и оба попадают в рай. Здесь приходит, что Аллах смеется. То есть Аллаху присущ смех. В другом аяте Корана мы видим, что Аллах говорит, что Аллах видящий, Аллах слышащий. Говорит, что у него есть зрение, говорит, что у него есть слух. Как теперь мы должны, как теперь об этом говорить, каким должно быть наше вероубеждение? Как мы должны в это верить? Аллах смеется, Аллах видит, Аллах говорит, Аллах имеет руки, Аллах имеет зрение, Аллах вознесся. Как мы это должны видеть? Мы всегда должны помнить, что Аллах ни на что не похож из своих созданий. Все, что мы видим, все, что мы знаем, все, что даже не постигает наш разум, какова огромная Вселенная, ее создал Аллах. Все, что находится во Вселенной, и это создал Аллах. И ни на что не похоже в этом огромном механизме, который он создал, ничто на него не похоже. Он ничего себе подобного не создал. Его мощь, его сила, никто не может с ней сравниться. Когда Муса, алейхи салату вассалам, говорит, что я хочу тебя увидеть, Господи, он говорит, если бы ты меня мог увидеть, ты посмотри на эту гору, она может меня увидеть или нет. Одна часть его света, его величия попадает на эту гору, и гора разрушается. Одна капля его величия, одна капля его нура попадает на гору, и гора разрушается. Как может быть Аллах подобен нам созданием иметь такие же руки или иметь такое же зрение, если только одна часть его света, попав на гору, разрушает гору? Почему люди, когда читают Коран, они настолько ограничивают свое знание, настолько ограничивают свое мышление? Почему они не задумываются над своим Создателем? Когда человек задумывается над тем, как разнообразен мир, как разнообразно творение Аллаха, почему он не думает, что Творец, который настолько все мудро придумал, он был настолько ограничен в своем воображении, что сделал такого же человека, как себя. Он не сделал нас такими же. Он сделал отдельный вид джиннов, он сделал отдельный вид ангелов, который мы не можем описать, каковы ангелы. Он сделал отдельный вид человека. Или некоторые люди, допустим, не мусульмане, они думают, что Бог подобен ангелу, или ангелы подобны Богу, или ангелы равны Богу, или ангелы помогают Богу. Нет, это неправильное вероубеждение. Аллах все создал. Творец все создал. Создал ангелов, создал джиннов, создал людей, создал животных. Создал все на земле для человека. Все, что на земле создал, Аллах создал для человека, чтобы человек мог пользоваться. И как могут Его создание для него помогать, если он настолько могущественный, настолько мудрый. Настолько, насколько мы поймем его мудрость, насколько мы будем вокруг себя смотреть и настолько, насколько мы будем задумываться, тогда мы будем осознавать, когда мы будем постигать окружающий мир, мы будем
осознавать, что Аллах Субхана ва Тааля, его мощь очень великая. Тогда, когда мы будем видеть его мощь, что она так, настолько велика, настолько могущественна, он настолько могущественен, как он может быть так подобен нам? Сахабы, табиины, табы, табиины, они имели такую акиду, что Аллах, они всегда помнили аят. Еще раз напоминаю, что когда они читали, когда они изучали Коран, когда они его принимали от посланника Аллаха, они каждый аят заучивали, и пока его полностью не понимали, они не переходили к другому аяту. Пока они не исполняли, который Аллах Субхана ва Тааля послал приказы, пока они их не исполняли, пока они его в жизнь не воплощали, они не переходили к другому аяту. И аят Корана говорит, что Аллах ни на что не похож, ничему не подобен. Когда они слышали этот аят, у них не оставалось сомнений. У них не было тогда таких технологий, как у нас сейчас. У них не было такой возможности изучать мир настолько, видеть настолько, насколько сейчас мы каждый день, с каждым днем все больше и больше знаний у человека появляется. Он видит, насколько могуществен Аллах, и он до сих пор не верит. А сахабы не имели такого знания. Но они имели крепкую веру в сердце, что Аллах ни на что не похож. Этой веры достаточно было объемлить знания, которые сколько-сколько веков ученые сейчас осознают. Сколько-сколько веков ученые сейчас доказывают. Только одно слово, маленькое слово, они просто верили, они имели веру в сердце. Допустим, если раньше кто-то бы сказал бы, что Земля круглая, ему бы сказали, иди отсюда, ты сумасшедший. В Европе за это зажигали. Галилео Галилей. Сожгли на костре за то, что он сказал, что Земля круглая. Аллах говорит в Коране, что мы уменьшаем землю по краям, и отдаем ее во владение верующих. Из этого аята, когда его видим толкование, мы видим, что Земля круглая, имеет форму шара, что она не плоская, не ровная, как говорила, как имели учение, веру христиане. Она не такая ровная, плоская, как раньше думали. Церковь, инквизиция, которая зажигала людей. Им не нужно было 1414 веков, чтобы доказывать это. Сахабам не нужно было. Они верили. Верили в то, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что мы из двух капель создаем человека. Говорит, потом создается кусочек крови. Они в это верили. Люди сколько прошли, до чего дошли, сколько времени им нужно было, чтобы доказать, придумать микроскоп, увидеть, исследовать женщину, мужчину, как происходит зачатие, как происходят этапы развития ребенка. Что сначала две капли соединяются, две капли жидкости соединяются, потом образуется кусочек крови. Сначала образуется кровь, потом кусочек мяса образуется. А сахабы просто верили. Такую сильную веру, которую имели они, такое сильное понимание Корана, которое имели они, когда мы будем иметь такую веру, мы должны стремиться иметь такую веру. И такое, какое было у них понимание Корана, мы должны учиться у них. Они правильно понимали Коран, они первоисточник. Они то, откуда мы берем свою религию. От того, от кого учимся своей религии. И они верили так, как Аллах Субхана ва Тааля не спасал в Коране. Сегодня подумайте. Несколько веков назад люди говорили так, имели такие доказательства. Допустим, к тому, что Земля плоская. У них было убеждение, и даже ученые были такие, что доказывали, что да, действительно, Земля плоская. Или говорили, что Солнце вертится вокруг Земли, а не наоборот, Земля вокруг Солнца. Тогда люди были в этом уверены. Сейчас знание поменялось. А то, что как был ниспослан Коран, если человек имеет правильное вероубеждение, он всегда одинаково верит в Коран. И свой взгляд направляет в сторону сахабов, сторону табиинов, табы табиинов. Когда он читает книги ученых, он видит, что они так сказали, но он верит.
Хотя это иногда не соответствует с разумом, с доказательством, с тем, что человек, иногда человек не осознает, но он должен иметь крепкую веру в то, как был ниспослан Коран. Мы не должны Коран под себя подстраивать. Мы должны верить в Коран и слово дословно, то есть досконально, каждой букве должны верить. И тогда мы окажемся в выигрыше. Без сравнения, то, что мы проходили, что некоторые люди сравнивают или Аллаха с созданиями, или уподобление, или уподобляют его созданием, что если Аллах, Субхана ва Тааля, допустим, которые те же ученые мутакаллимы говорят, что Аллах не может, нельзя сказать Аллаху Алим. Как нельзя сказать, если Аллах, Субхана ва Тааля, это ниспослал в Коране? Они не верят в это. Или заменяют слово Ядуллах на Кудрат, на силу Аллаха. Мы не должны так этим заниматься, потому что так не делали сподвижники, так не делали те, кто были после сподвижников, табиины, не делали те ученые, которые от табиинов учились. Не уподобляли, не придумывали, не заменяли слова. Некоторые люди вообще опускают. Если, допустим, этот аят был, «Ар-Рахман аль-Арш аль-Истал», опускают. Это то же самое, что как делали иудеи. Закрывали рукой. Закрывали рукой свои писания, чтобы люди не видели, что написано в их писании. За это Аллах их проклял. За то, что они не читали. Иудеи и христиане не уважали ни Евангелие, ни Таурат. Они не уважали свои книги. Аллах за это их ниспослал. Говорит Аллах в суре Аль-Майда, 66-й аят, говорит, что если бы они руководствовались Тауратом, Торой, или Инджилом, Евангелием, и тем, что было ниспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренный народ, праведники, уверовавшие в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но плохо то, что совершают многие из них. Если бы они читали Таурат и Евангелие. И Инджил читали. Имам Аль-Бухари говорит, что если человек сравнит качество или дела Аллаха с творениями, он сразу впадает в неверие, он впадает в куфр. И тот, кто отрицает какие-то качества или отказывает то, что он впадает в неверие, то есть человек, если сравнивает качество Аллаха с качествами творения или уподобляет, он впадает в неверие. И тот, кто говорит, что он не впал в неверие, тот человек, который это сделал, он тоже впадает в неверие. То есть, когда мы не отрицаем, что люди, которые отрицают слова Аллаха, то, что Аллах вознесся на трон, мы не говорим, что он неверующий, тогда мы сами становимся неверующими. Неверие в то, что Аллах присуще ему качества, которые таковы качества ему присущи, каков он сам, или неверие в это, или отказ того, что это является неверием, вводит нас также в неверие. Имам Малик, рахматуллахи алейхи, говорил, что когда к нему пришел человек, который спросил, что в Коране было ниспослано «Ар-Рахман аль-Арш аль-Истава», говорит, каким образом? Он спросил об этом имама Малика. Имам Малик, рахматуллахи алейхи, ответил, что «Ар-Рахман аль-Арш аль-Истава, Всевышний вознесся над троном, это известно. Верить для нас – это ваджиб. Спрашивать об этом – это бид'а. Как он вознесся, или характер его вознесения от нас скрыт, от нас сокрыто. Верить в это ваджиб, а спрашивать об этом беда. Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия сказал об этих словах имама Малика, то, что каждый человек, который считает себя мусульманином, и который говорит об вероубеждении, который строит свое вероубеждение, должен... Каждое качество Аллаха подчиняется этому правилу. То есть,
То, что было неспослано, нам известно. Верить в это ватив, спрашивать об знание об этом сокрыто и спрашивать об этом бедад. И каждый бедад, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в огне. То есть, все, что сказано об Аллахе, то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал сам о себе, мы должны подчинить этому правилу. И должны об этом также говорить. То есть в это также верить, об этом также говорить. И самым главным и самым важным то, что откуда мы получаем свои знания и откуда мы почерпываем свои знания, то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, если они бы, христиане и иудеи, если бы руководствовались Тауратом и Инжилом, если бы они проявляли уважение к своим священным книгам, то до сих пор они бы были бы верующими. Аллах проклял их за то, что они забросили за спины свои писания. Когда мы будем руководствоваться Кораном, когда мы будем руководствоваться Пречистой Сунной и видеть, как, каким образом поступал посланник Аллаха, что сказал Аллах, тогда для нас не останется никаких проблем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب صدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف رقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن